Росія переселила до Криму 140 тисяч своїх громадян. Американський дипломат попереджав Зеленського про вплив Коломойського. Член Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що розмови про повернення кораблів можна вести, якщо Україна публічно визнає свою провокацію у Керченській протоці. Про це повідомляють російські ЗМІ. Коментуючи ноту МЗС України щодо вимог повернути кораблі, Цеков сказав, що Київ так і не визнав факт провокації, що, на його думку, варто було б зробити, і лише потім говорити про майно. За його словами, українські кораблі можуть і будуть використані у розслідуванні. Нагадую, 4 листопада Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу», які у листопаді 2018 року обстріляли та захопили російські спецслужби. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 26 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Андрію, як ви вважаєте, така заява з російського боку – це дзвінок з того приводу, що ці кораблі ніколи вже не віддадуть? Нет, дело в том, что Цеков это лишь один политик. Решать будут на более высоком уровне. Я думаю, если Россия сейчас максимально заинтересована в смягчении санкционного режима, то вопрос с кораблями сдвинется с мертвой точки, я думаю, и без подобного рода достаточно жестких и, я бы сказал, неприемлемых условий в данной ситуации. Поэтому все будет зависеть от общей атмосферы. Если, допустим, та же встреча в нормандском формате пройдет более-менее успешно, я думаю, этот вопрос прицепом будет решен. Тобто, як тоді розуміти заяви російських політиків з цього приводу, чи це просто заява від як фізичного особи? Ну, знаєте, от в російському політикумі существує как бы, розподілення ролей. Є ті, хто грає роль злого полицейского и доброго полицейского. Вот, в данном случае Сергей Цеков, он придерживается жесткой риторики. Ну, достаточно посмотреть все его предыдущие заявления. Но это, опять же, это не тождественно официальной позиции Кремля. Эта позиция может меняться. Ну, сколько много мы слышали и про Надежду Савченко, и про Сенцова. Но, тем не менее, видите, если есть политическая воля, под это подгоняется уже соответствующая правовая формула, и вопрос решается. З вашої точки зору, а чи пов'язано це питання з кримінальними справами щодо Порошенка? Адже ми знаємо, що ініційовано кримінальну справу по узурпації влади Порошенком, і таким чином Порошенко, направляючи кораблі, прекрасно знав, що їх там буде чекати, і з цього приводу ДБР якраз проводить розслідування. З вашої точки зору, ці два питання взаємопов'язані? Логічно, але не будемо займатися конспірологією, тому, як говориться, при прямій зв'язці з цим уголовним ділом, при вишенні власті і злоупотреблення повномочиями, ні. Но, собственно, как одна из версий, это может рассматриваться. Но, опять же, это уже прикладная конспирология. А з вашої точки зору, є судова перспектива у цієї кримінальної справи? Ну, знаете, пока вот, объективно есть так называемая непубличная политика. Вот, по-моему, в рамках этой непубличной политики у Порошенко на определенный срок есть гарантии. И то, что пока мы видим, оно всерьез не угрожает. То есть тюрьма с ума в данный момент до Нового года Порошенко не угрожает. Но дальше, очевидно, страх перед дальнейшими перспективами, страх о том, что гарантии имеют непродолжительный временной отрезок, толкает Порошенко там, переписывать Рошен на сына и так далее. То есть, поэтому, мне кажется, более вероятная версия о том, что определенные гарантии Порошенко получил, но на короткий временной период. Угу. Дякую, пане Олеже. З вашої точки зору, такі заяви російських політиків, як можна розцінювати Україні? Ну, смотрите, уже давно заявления российских политиков, наверное, тяжело интегрируются в информационное пространство. Любое заявление даже политика из Российской Федерации, тем более члена Совета Федерации, она может в Украине иметь совершенно иной, порой даже негативный резонанс, да.
Я бы сосредоточился так, что в принципе есть решение международного суда о том, что корабли должны быть возвращены Украине. Да? Во-вторых, Россия, понятное дело, использует это как аргумент в торгах. Я очень соглашусь с мнением своего коллеги о том, что решаться это будет на нормандском формате, потому что другой возможности, наверное, сейчас каких-то площадок нет. То есть посла России в Украине нет. Роль Медведчука под вопросом. Значит, остается только выходы через Ермака на Кремль и, собственно, нормандский формат. Как пока единственная возможность порешать, сблизиться, найти компромисс или наоборот, определить хотя бы в сфере часы, определить позиции. Ну, у нас вообще за последние годы, вот если так судить, у нас катастрофа в российско-украинских отношениях. Нет, это понятно, у нас идут военные действия. Но оборваны любые официальные каналы. Их, по большому счету, нет. Ну, идут где-то там в Брюсселе газовые переговоры. Но это же переговоры между хозяйствующими субъектами, нефтегаз и Газпром. Нет тобто, официальных каналов. Точки зору про Зеленського, самое главное, что должна была сделать... Ця ситуация погіршується? Самое главное, что должна была сделать команда Зеленского, и она максимально сейчас старается это сделать, это сформировать собственный канал коммуникации с Кремлем. Собственный канал коммуникации. Не через Медведчука как посредника, не через какие-то непонятные других лиц, а именно собственный. Да? Я могу сказать, что определенные подвижки положительные для команды есть. Они, в принципе, теоретически, можно считать, добились уже определенных успехов в этом деле. Но, с другой стороны, ну, обмен, собственно, это и есть обмен украинских заключенных, он является вот этим победным маркером, да, что появление такого канала. Но теперь избиратель спросит дальше, где мир обещанный. Поэтому команда Зеленского будет делать все возможное, чтобы развести в золотом. Уже процесс запущен, как я и говорил. Продолжить разведение сил в Петровском и дальше идти по серой зоне линии соприкосновения. Там не только эти три пункта, Станица Луганская, Золотой и Петровская. Там дальше стоит вопрос дальше. Ну и плюс вопрос кораблей. Он тоже в этом. А с вашей точки зору, как вы вважаете, при Порошенко были и гірші стосунки в плане коммуникации с Российской Федерацией? Чи гірші, чи ліпші стосунки были? Я думаю, что Порошенко пользовался услугами Медведчука для взаимосвязи с Кремлем. И, кстати, зря, потому что... Понятное дело, это некий имиджевый риск, если СМИ накопают какие-то неформальные связи. Но, наверное, это бы, скажем так, было бы в плюс неформальной коммуникации банковой, которая могла бы вести с Кремлем. Ну, это уже, знаете, судить можно о том, как могло бы быть, как случилось. Мы сейчас говорим о настоящем времени, верно? А вы знаете, по поводу дела Порошенко и вообще его перспективы, ну, избиратель хочет какой-то головы, да, он хочет, чтобы Порошенко был как-то наказан, ну, справедливо, наверное, наказан. Возможно, есть за что, но пускай это уже определяют судебные органы. А арест Пашинского, это, возможно, первый раз? Да, арест Пашинского, арест Гладковского. Его, до речи, даже сегодня не привезли до суду, аргументуя, что его жизнью загрожує небезпека. Это, знаете, это какие-то такие информационные вбросы, которые позволяют избирателю, ага, ну вот власть что-то делает, она же как-то арестовывает бывших. Ну это же традиция, это жанр украинской политики, арестовать бывших чиновников, превселюдно их показать несчастными, убогими. И отпустить. Да, и отпустить, потому что ж договорняк за плечами по-любому будет. Ну, извините, как решать тогда вопросы? По-моему, у нас кроме Корбана никто серьезно не был наказан, который вынужден был отсидеть срок. И Корбан на одной ножке проскакал. Ведь, как говорят злые языки, благодаря усилиям Михаила Бродского, который высидел условия освобождения Корбана. Он уезжает из страны, скажем так, аффилированные с ним очень такие патриотичные нардепы прикусывают язычок,
Вот, и, как говорится, гасконцы дальше Днепра нос не показывают. Вот на этих условиях Корбан уехал из страны. Ну, по сути, его держали как заложник. Абсолютно верно сравнили нашу борьбу с коррупцией с рыбалкой на телеканале Discovery. То есть поймали, показали и отпустили. Вот. Большая такая, средняя, ну, в основном садится, то мелочевка. Вопрос в другом, потому что действительно существует очень мощный вот запрос на наказание попередников. И вот этот запрос, кстати, он во многом, это был один из драйверов взрывного роста поддержки Зеленского. Помним, весна прийде, саджати будем. Ну, уже осень пришла, ну, вроде бы... Не уточняли, какая весна именно. Пашинский за всех отдувается, поскольку у Гладковского, ну, там, не знаю, сохраняется ли это старая формула генпрокуратуры, продал дело, гуляй смело. Вот, но, мы бачимо зараз, що да, все добре, формула працює. В п'ятницю, от, коли його задержали, ну, знайомі адвокати говорили, ну, посмотришь, якщо йому появить мільйонів 80-100 залога, значить, діла у нього плохі. Якщо 10-15, сторони обо всьому договорились. Ну, смотрим, 10 мільйонів. Ну, це вполне підйомна сума для такого серйозного бізнесмена, як Свинарчук-Гладковський. Поэтому пока, к сожалению, для команды Зеленского, вот ей вот этот запрос, который, ну, наиболее, скажем так, относительно дешев, он не требует больших финансовых вложений, он требует просто политической воли и, собственно, элементарного профессионализма со стороны правоохранителей. Но пока не срастается. Мы видим. А можливо довести це діло до кінця без реформи, наприклад, судової, без реформи законодавства, тому що ми розуміємо, що якщо у злочину є насильна складова, наприклад, як у Пашинського, який стріляв у громадянина України, тут є насильницька складова, і тому в нього можна його посадити без альтернативи внесення застави. А усі корупційні злочини у нас вони з альтернативою, і суддя просто зобов'язаний суму застави вказати. І це якраз є основною причиною, чому, по суті, неможливо посадити корупціонерів. Смотрите, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот, показательно посадить несколько таких знаковых фигур, для этого не нужны системные изменения. И имеющихся законодательных возможностей, возможностей, ну, уголовно-процессуального кодекса достаточно. Вопрос в другом. Системных изменений добиться невозможно. И если Порошенко в 2014 году говорил о том, что жить по-новому, то жить по-новому надо было начинать с судебной реформы. Но судебную реформу он запустил только под занавес своего президентства, и причем, ну, она, по-моему, пятая по счету судебная реформа, она была заточена на то, чтобы, опять же, чтобы в судах сидели черти, присмыкающиеся и позвоночные. Ну, за редким исключением отдельных порядочных людей, то есть не будем, ну, какие-то 90% судей портят впечатление всех остальных. Зрозуміло. Пане Олеже, як ви вважаєте, все ж таки може Зеленський виконати свої обіцянки по посадкам, якщо не міняти якось законодавство і не змінювати в кримінальному процесуальному кодексі такі пункти, як внесення застави, як необхідної норми при злочинах щодо корупції? Знаєте, коли, не знаю, конструюється, наверное, модель избирательной кампании, ее обрамление, да, лозунги, идеи, смыслы, то, наверное, люди, которые это делают, они должны, наверное, понимать, что в случае прихода к власти с этим дальше как-то надо жить. То есть, если вы действительно обещали посадки, то их нужно будет осуществлять. Ну, избиратель, понимаете, такое ощущение, что в команде Зеленского, наверное, думали, что ну, как-то пронесет. Знали, да, вот как-то хорошая, классная идея, они ее вкинули, забыть. Вот как-то пронесет. Ну, а дальше что с этой идеей? Как преподносить избирателю дальше? Как оправдываться? Этого же никто не делает. То есть, я понимаю, избиратель может простить, например, если Зеленский выйдет и скажет, ребята, ну не получилось у меня посадить. Зеленский пытался на пресс-марафоне как-то эту тему обыграть и объяснить. Ну как это, президент же у нас не может садить никого. Вот, у нас есть судебные органы власти. Ну, блин, тогда ты... Але ж одного судьи не можно призначить без подписа Зеленского. Вот это противоречие, с которым, кстати, политтехнологи сталкиваются, я имею в виду политтехнологи «Слуги народа», они, наверное, не до конца поняли, как нужно оправдать это все. А с другой стороны, ну, механизм этот очень тяжелый.
Во-первых, следствие. То есть следствие должно быть идеальным, оно должно найти доказательства, оно должно сформировать фабулу следствия, оно должно пройти все этапы процессуальных действий. Генеральный прокурор должен прийти и сказать: ребята, вот дело, дело Майдана, например, дело Ватковского, вот дело Пашинского, вот у нас есть такое, такое. В суде это жесткая принципиальная позиция. А извините, сколько мы случаев имели, когда прокуратура сознательно хранила успешные и хорошо расследуемые дела на этапе судебного следствия уже. У нас полно таких эпизодов. У нас процессуальное законодательство, криминальное, уголовно-процессуальное, и гражданско-процессуальное, и административно-процессуальное. У нас создает миллионы таких ситуаций, когда все сводится на нет. На это рассчитано. Вот, пожалуйста, вам один из примеров вот этого государства, которое работает для верхушки, для элиты и их корпоративных игр. Глубинное государство, как один коллега определил. Дело в том, что да, нельзя не согласиться с тем, что наше законодательство, как швейцарский сыр, вот этими дырочками изъедено, всевозможными лазейками, ловушками. То есть это, естественно, оно создавалось, затачивалось под то, что у кого есть политическое влияние, большие деньги, мог бы научно избежать и тюрьмы, и сумы. Ну, обелетят, ну, как говорится, последнее не заберут. Поэтому ну, тут основной изъян украинского правосудия в том, что оно есть правосудие для верхушки, есть правосудие там для государевых людей там чином пониже, там есть правосудие для правоохранителей. Ну, много ли вы там СБУшников или топ-милицейских чинов там, допустим, посадили за последнее? Ведь коррупция там есть, достаточно подойти к любому управлению полиции или СБУ, посмотреть, на чем они ездят, образ жизни крупных бизнесменов. Вот. И есть правосудие для тяглого народа. Вот. Для гречкосеев и свинопасов. Вот. И это совершенно разные системы. В таких условиях рано или поздно, вот знаете как, кто-то пролетает на красный свет на Мерседесе, но можно быть уверенным, что там через какое-то время поедут и на красный свет, и на Ланосе. И в конце концов на улицах безопасно можно будет чувствовать себя только в танке. Ну и то, как вчера вы видели, ну и кумулятивные гранаты на крышу Мерседесом кидают. Поэтому вопрос, действительно, с чего бы начинать реформу, тогда, пожалуй, судебной реформы из чистого листа. Но если вернемся к практике, что мы сейчас видим? Президент дал достаточно серьезное обещание Трампу о нашем генпрокуроре. Приходит наш генпрокурор, ну, кого мы видим замами? Людей, которые клепали дело Мэнафорта, который едва не пустило под откос компанию Трампа. А Трамп, если, ну, наверное, в команде Порошенко не читали его автобиографические книги, один из его принципов: если человек тебе создал проблему, и ты этого не заметил, он тебе будет создавать проблему и в дальнейшем. Вот. Поэтому Порошенко сколько угодно мог покупать тепловозов и пенсильванского угля, но отношение Трампа к нему это не изменило. Так вот, в Генеральной прокуратуре. Дальше. Начинается аттестация. Ну, благое дело. Но аттестацией занимается Косько, который поехал в Академию прокуратуры. Тестовый, первый этап, 38 баллов набрал. То есть результат, ну... дуже да. Поганий результат навіть для слідчого. Вот зная немножко специфику системы, когда-то приходилось преподавать на юридическом факультете, уходят те, кто пашет с утра до вечера. То есть они, ну, к тестам надо сидеть и готовиться, узнавать, какие функции у полицейской лошади, вот, ну, 5000 вопросов. А те, кто пашет, ну, в четверке, которая должна заниматься надзором за полицией, там, по-моему, уже никого, ничего живого не осталось. То есть на год прокуратура деморализована и дезорганизована. В лучшем случае, ну, не буду злословить, но в лучшем случае прокуратура сможет нормально работать не ранее, чем через год. Тобто, от повернувшись до тези, яким чином можуть правоохоронці саботувати кримінальну справу? Тобто, я так розумію, дуже важко розрізнити, коли правоохоронець там чи слідчий робить щось халатно, порушуючи процедуру, чи йому заплатили за порушення цієї процедури, і він спеціально порушує цю процедуру, щоб справа кримінально розвалилася у суді. Да нет, все, по-моему, банально. У нас телефонное право продолжает действовать. Понимаете, прокуратура вообще это хороший, наверное, орган в нормальной стране. Правда, при Порошенко ее
ну, неплохо так отреформировали, забрали, ну, создали там прокурорское самоуправление, если я не ошибаюсь, припоминать начинаю. Правда, ограничили несколько полномочий. Конечно же, прокурор сейчас – это не прокурор эпохи там, Януковича, Ющенко, Кучмы, где, по сути, главный человек в районе и в области порой даже. Да? То есть ехали не, иногда не к главе района и государственной администрации, а именно к прокурору. И даже не к главе к милиции, а именно к прокурору. Прокурору выделялись квартиры на сессиях областных и районных советов. Но, по-моему, это уже в таком большом прошлом. Тут даже не знаешь, как ответить на этот вопрос. С одной стороны, наверное, это хорошо, что мы этот институт угробили, простите за этот сленг, да? А с другой стороны, ну, кому-то ж нужно поддерживать государственное обвинение в судах. И не только. В прокуратуре всегда кадры следствия все-таки были посильнее, чем в МВД, чем в СБУ. И, ну, меня часто критикуют, что я защищаю Шокина. Но Шокина помнят как очень толкового и цепкого следователя. Вот что такое подготовить следователя? Неважно, в системе МВД, в прокуратуре минимум 7-10 лет. Когда видишь, сидят хлопцы, которые, ну, 2-3 года после этой полицейской академии, ну, что они могут? Тем более, когда там до 90 дел одновременно у нас в полиции. Соответственно, и результаты такие. Дякую. І до інших тем. За 5 років окупації Криму на півострів було переселено понад 140 тисяч громадян Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, людей переселяли під різними мотивами. Таким чином Росія заміщує втрачене на окупованих територіях населення. Своїми діями Російська Федерація порушує норми міжнародного права, не виконує резолюції ООН та порушує 4-ту Женевську конвенцію, зазначила Людмила Денісова. Пане Олеже, як ви можете прокоментувати такі заяви нашого українського омбудсмена і звідки в неї такі цифри? Мені, от, я думаю, що дуже цікаво. Я ж думаю, що це ж не в відкритому доступі, вона десь в інтернеті це знайшла. Ні, ну, понятне діло, що хоча і чиновник формату Денісова, уповноваженого по правам, не самий, можливо, высокостатусный, да, высокостатусный чиновник должности, но я думаю, что какими-то данными, безусловно, она могла располагать. Тут важен другой факт. Крым сознательно России, Российской Федерации нужен был как военная база для контроля над Черным морем. Чисто геополитически. Собственно, Черноморский флот – это выход на Турцию, это контроль над теми причерноморскими странами. Это, в конце концов, сужение маневренности Украины. И поэтому переселенческая политика в Крым... Ну, Крым много пережил за свою историю. 44-й год – это депортация татар. Впоследствии первая волна активного расселения сюда представителей российской национальности. Потом, кстати, и украинцев тоже в эпоху СССР. Потом передача Крыма Украинской Советской Республике в 1954 году. Волна уже украинского переселения. Сейчас, понятное дело, что Крым, находясь как временно оккупированная территория в составе России, подвергается переселенческим практикам в России. И нужно понимать, что на данный момент в Крыму, Крым милитаризируется. Там в районе 31 тысячи российских войск сейчас. Плюс есть слухи о том, что в Крым завезено ядерное оружие, там находятся базы, несущие ядерный заряд. И это все очень печально. То есть это делает перспективу милитаристского решение крымского вопроса для Украины бесперспективно. То есть абсолютно. Говорить о том, что украинские войска туда зайдут и вернут назад Крым, вот просто нереально, это байка. Это, ну, было очевидно, за 5 років жодного не, разу ну, горячие головы ситуации, среди националистов же есть у нас, туда кто-то выстрелил, очевидно. Теперь, что касается там Денисовой, мне очень неудобно понимать, что именно крымский вопрос дали на откуп комментарий на линии уполномоченных. То есть, если тему Крыма комментирует просто только уполномоченный по правам человека, вы максимально сузили сами этот
контент до уровня вот уполномоченного. Я понимаю, что нарушаются права крымских татар, нарушаются права украинцев, нарушаются права украинского языка и так далее. Українців, які теж в Криму є, як ну, але в Криму є українські школи, а навіть у нас є закон, з якого приводу російські школи повинні бути закриті, як ви знаєте. І тут не зрозуміло, як там українська мова, яким чином там йде якийсь тиск, якщо ми маємо у нас в Україні ситуацію набагато гіршу з російською мовою. Ну, як тому, як чому я так говорю? Нету теми Крима в контенте, коммуникационном контенте представителей власти высокого уровня. Нету. Ни спикер, ни президент, ни министр иностранных дел. Тему Крыма вообще не комментируют. При Порошенке она, я не говорю, что это хорошо или плохо, я понимаю, почему это происходит, и я понимаю, что команда Зеленского не хочет лишним образом раздражать. Поговаривают в слухах, что будто бы Украина ставит вопрос на нормандском формате, да, на нормандской встрече, вопрос Крыма, как возможность его обсуждения. Но это на уровне слухов. И я думаю, что это, знаете, это больше походит на желание Украины уступить этот вопрос в обмен на, например, какую-то уступку со стороны России. А вот это печально. То есть там есть какие-то дела в международных судах, они продолжаются, кстати. Но на этом все и заканчивается. Тема Крыма для украинской верхушки пока сознательно отодвинута аж на третий план. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, як можна розуміти заяву пані Денисової? Ну, це ритуальне заявлення. Понятно, що від її заявлення ровним счетом нічого не зміниться. Так, можна согласитися з тим, що Крим превращають в такий непотопляємий авіаносець, що групіровка військ Російської Федерації в Криму наращується. Ну, і, собственно, видно по туди объектов вложения средств, военная инфраструктура, дорожная инфраструктура, причем все привязано к южному берегу. В основном степные районы Крыма там не видно золотого дождя из федерального бюджета России, но вот как раз южный берег, Тараса Таврида, там дорожная инфраструктура, остальное заметно, то есть вот витрину делают. Но будущее, вот это неподобляемый носец, плюс такая бюджетная здравница, ну, для самых наименее обеспеченных россиян. Собственно, хуже всего другое. Даже не то, что туда завозят там, семьи военнослужащих. Да, идет приток, активно покупают недвижимость россияне из средней полосы, москвичи, питерцы, работающие на Тюменском севере, это есть. Да, но мы потеряли значительную часть крымчан. Ведь в феврале 2014 года примерно ситуация была так. Вот треть за Украину, ну, пусть остается как есть, треть пусть хоть камни с неба, но в России, и треть было болотом. Сейчас, к сожалению, вот проукраинская часть крымчан, она заметно уменьшилась. Об этом Денисова не говорит. Но при этом, ну, стоит отметить, никто не блокирует украинские сайты. Есть украинские телеканалы в кабельных сетях, как это не парадоксально. Поэтому все-таки, к сожалению, мы за эти 5 лет не сделали ничего такого, чтобы Украина выглядела в глазах крымчан более привлекательной. Да, у нас сохраняются юридические. Ну, потому что под ширмой патриотической риторики власть занималась тем же самым. Использовала страну как ресурсную территорию для личного обогащения. Но все вот эти 143 реформы, по сути, за исключением децентрализации, по которой действительно есть позитивный баланс, все остальное – это потемкинская деревня, вот, того, что власть занималась, работала по-старому. Естественно, при ухудшившихся экономических возможностях, ну, что такое украинский бюджет сегодня? Ну, реально мы имеем 20 миллиардов. Ну, 100 миллиардов было при Януковиче. Плохой он, хороший, но было 100 миллиардов. Ну, половина, правда, бюджета уходит на оборону и на выплату внешних долгов, 57%. А на остальные 20 миллиардов живи, Украина, и ни в чем себе не отказывай. Понятно, что можно догадаться, какое будет состояние медицины, образования, дорожной инфраструктуры. Понятно, что это не делает нашу страну более привлекательной для тех, кто находится на неподконтрольных районах Донбасса, тех, кто все-таки сожалеет о том, что произошло в
2014 году. Ну да, ну так уж получилось, плохо, но мы уже как-то вот тут освоились. Вот это вот как бы мнение крымчан. А при Зеленському ця ситуація змінилась в позитивну чи негативну сторону? Ну, поки, во всякому случае, менше стало, по крайней мере, прохождение границы, ну, не превращается в такую унизительную процедуру, когда по 1,5-2 часа на украинской стороне мариновали. Ну, как-то вот отзывы этим летом были все-таки... Ну, тобто знущалися над громадянами України. Да, то есть гражданин Украины, который едет в Крым, априори рассматривался как зрадник, как человек второго сорта и так далее. А як ви вважаєте, це стало ще однією з причин, чому проукраїнських настроїв в Криму стало менше? Ну, конечно, осадочек то остается. Осадочек то остается. Те, кто стал... Да, вот ну, многие, вот, общаясь с теми же бизнесменами, очень ну, жалуются на российскую бюрократию. Вот. С тем, что там государство полицейское и так далее, выжимают все соки, попробуй налоги не заплати. С Украиной было проще. Ну, так, все так можно скрізь, было договориться. Да, но когда приезжают сюда и сталкиваются с этими реалиями, конечно, ну, это не радует. И это не делает, подчеркиваю, нас более привлекательными. Дякую. Пане Олеже, як ви вважаєте, чому пані Денисова не провела статистику, наприклад, скільки кримських татар, які в 2014 році виїхали з Криму, скільки їх туди повернулося? Чому немає статистики, наприклад, що біля 300 тисяч кримських татар отримали російське громадянство і на Україну якось ніхто з них в основному і не переїхав в більшості? Тобто, яким чином ще можна прохувати українців, наприклад, з непідконтрольних територій Донбасу, які теж отримали російські паспорти і теж могли переїхати до Криму? Тобто, як зрозуміти адекватність цієї статистики, яку привела пані Денисова? Ну, видимо, у Денисової було якесь завдання, да, вийти з цими цифрами. Ну, вона чим-то, мабуть, руководствовалась. Пытаясь, скажем так, проявить активность информационную. Знаете, я не знаю, чем руководствовалась Денисова. Конечно, нужно ее спросить, где у нее эта статистика, где эти цифры берутся. Нет, сейчас чисто теоретично. Чему она такую все-таки не сделала больше разгорнутую статистику? Ну, это правда. Цікаво было. Понимаете, в случае оккупации, полуостров был оккупирован очень оперативно, очень грамотно и к нему. Не знаю, кстати, готовились к этой оккупации Россия долго, прорабатывая сценарий, либо, может быть, это было какое-то внезапное ситуативное решение. Пускай уже кремлевские аналитики отрабатывают этот хлеб. Но тот факт, что критическая масса людей не готова была защищать Украину в Крыму, и к этому были этнодемографические факторы, геополитические факторы, социально-экономические факторы, в конце концов, психоинформационные факторы. Это, ну, то есть это правда. То есть Россия бы не залезла ни на Донбасс, ни на Крым, не имея хорошие скрытые или открытые исследования по поводу восприятия избирать народа, населения в отношении присутствия тут России. И обратите внимание, Крым, ну, Крым очень интересный регион, длительное время там, там высокая плотность этнических русских. То есть не этих украинцев, которые считают себя русскими, как, например, там на юге Украины некоторые, да, а именно этнических русских, у которых есть история, связанная там с коренными российскими землями. И наверняка перед началом, перед стартом оккупационной темы Путин уложился на стол детальный анализ, да, восприятия сюда прихода России. Он был положительный. Он был положительный. А я его уважаю. Преимущественно. Так, так. То же самое было на восточном Донбассе, повторюсь, там, где Горловка, где Харциск, туда, ближе к Дону, к области войска Донского. Посмотрите внимательно на карту оккупированного ОРДО. Эта территория в 19-м, начале 20 века была в составе области войска Донского. Эта территория исторически, психологически, хотите это, социально ближе была к России. И этот факт спекулировался. Почему в так называемом украинском Донбассе, да, это в основном сельское, аграрный пояс,
там, где сейчас Украина контролирует, да, ну, по памяти, там, Бахмут, от Бахмута до Донецка, грубо говоря. Этот пояс, он оказался максимально проукраински настроенным. Или почему юг Одесской области не пошел по пути? Это питание ДНР? Дуже дискуссийное. Это очень важно. Это очень важно. Они не пошли, потому что нет, не было вот этой критической массы пророссийских настроений. Они были. Были демонстрации в Одессе. Как они организовывались пророссийские, это один, еще один вопрос. Но критической массы не было. А зато в Крыму эта критическая масса была. Поэтому и успех стратегии. А як ви можете пояснити, що абсолютно більшість кримських татар залишились в Криму, отримали російське громадянство, ну, і немає ніяких протестів, таке інше. І ми бачимо, що тільки дуже багато справ в Росії з організацією Хізбут-Тахрір зв'язано, яку в Росії і в багатьох країнах її вважають терористичною. Тобто, якщо не дивитись на Хізбут-Тахрір, то там, ну, немає якихось таких репресій. Слушайте, ну, чи збурення кримсько-татарського населення, адже дивна якась ситуація, коли в Україні постійно про це говорять, а реально 300 тисяч людей там живе, і в Україну вони чомусь не прагнуть переїхати. Ну, слушайте, тут працює чисто обывательська психологія. Ну, большинство киевлян бы себя, может быть, какая-то часть киевлян себя бы вела, не дай бог, представить себе, например, фактор оккупации Киева Российской Федерации. О, кстати, помните же этот эпизод, 2014 год, госпожа Сюмар рассказывала о том, как звонил представитель Госдумы Турчинову, да, и говорил, что там в Киеве сейчас десантники спустятся, и все, и вам хана. И вот тогда, кстати, это совещание в СНБО, оно неизгладимое впечатление на политическую тусовку оставило. Ну, да бог с ним. Во-первых, многие крымские татары воспринимают Крым как свою родину. Ну почему они должны уезжать сознательно отсюда? Это раз. Во-вторых, чисто потребительская логика. Остаться жить при новой власти. Ну, есть такие люди, как Джемилев, как Рифат Чубаров, для них, например... Ну, которые получили депутатские мандаты, ну, и переехали. Ну, и третий момент. Кстати, Россия хорошо работала с татарами. Из Татарстана присылали специальные делегации, от общественной структуры поднимались, формировали связи. То есть Россия удержала этот татарский фактор в своих руках. Ну, с точки зрения стратегии, молодцы. Наверное, дякую. Правильно. Для них. С вашей точки зрения, почему такая ситуация с крымскими татарами осталась? Ну, дело в том, что я абсолютно согласен, тот же Шаймиев достаточно активно работает. Крымские татары адаптировались, как я уже говорил. Ну, что произошло, то произошло, надо жить дальше. И, ну, по большей части, вот те мои друзья и знакомые, которые остались в Крыму, говорят о том, что, ну, практически большинство крымских татар взяло российские паспорта, собственно, чувствуют себя гражданами Российской Федерации на данный момент. То есть это уже данность. А в тот момент, когда все это происходило, да, было и такое политически активное ядро крымско-татарского движения, ну, которое за Джемилевым, ну и были те, кто, ну, действительно был пророссийски ориентирован. Поэтому тут, по-моему, все-таки ключевую роль, если мы говорим о событиях 2014 года, сыграли региональные элиты. Вот в Донецке, кстати, Харьков был более пророссийским, чем Донбасс. Да, согласен в том, что за Украиной осталась та часть Донбасса, которая входила в Екатеринославскую губернию до революции. Да, там дальше в область войска Донского. Но в Донецке, ну, что там произошло? Там, очевидно, желая приготовить себе обед, сожгли хату. Вот, в Харькове Аваков стал решающим фактором, ну, силовое решение вопроса. В Одессе, ну, мы видели, такие криминальные дружины олигархов использовались для силового подавления. В Днепре, ну, попытки там Царева что-то расшевелить, закатали в асфальт. То есть, ну, местные авторитетные бизнесмены, там, которые собрались в ресторане «Икра» и порешили, что, ну, будет так. И там быстро все замолкло. В Крыму региональная элита, она действительно, она была ориентирована и заточена на Россию. И вот этот момент, было 72 часа у Украины для того, чтобы отреагировать. Я думаю, у Путина был план «Б». Если бы нашлись те, кто, ну, во всяком случае, я имею в виду, там, как предлагали разбомбить здание Верховного Совета, ну, хотя бы взяли под контроль перешейки. Я думаю, ограничились бы Севастополем или какого-то еще более софт-вариант.
прощупывали реакцию. Когда увидели, что Крым сливают, ну, пошли дальше. Кстати, по поводу региональных элит, я буквально вспомнил недавно интересное интервью с господином Добкиным, да, его делала журналистка Наталья Ващенко, и она вот очень правильный акцент сказала, если бы оказался жив Джарты, да, если вы помните, это один из высокостатусных чиновников эпохи Януковича, то, возможно, бы крымские элиты повели бы себя по-иному. Возможно бы. И вот я думаю, что она права. Она где-то, понимаете, для Джарты, хотя он был чужим, он был макеевским в Крыму. Македонцами называли. Да, да, да. И, конечно же, но вот для регионалов, для них была характерна эта бульдожья хватка. Это мое, я не отдам. А уже то, что произошло под конец правления Януковича, особенно когда он бежал, когда региональные элиты были дезориентированы, когда Константинов и остальные, ну, обвиняют Могилева, что он там тоже сдал Крым и ушел без боя. Ну, тоже вариант тяжелый. Дякую. А з вашої точки зору, економічна складова, вона дуже сильно вплинула на те, щоб така міграція йшла до Криму, і ми ж розуміємо, якщо зараз ситуація економічна в Криму набагато краща, ніж в Україні, то і українці переїжджають до Криму чисто з економічної цілеспрямованості. Як ви вважаєте? Ну, мені кажется, що якраз бізнес і міграція в Крим – це, ну, не лучшее занятие. Да, есть те, у кого остался бизнес в Крыму, те, кто там переоформили уже по российскому законодательству, но таких немного. В основном идет, Россия что делает? Вот Крымский мост, ну, он решил главную задачу, он резко усилил экономическую связанность Крыма с Россией. И вопреки, там, говорили, что этот мост рухнет и так далее, но тем не менее, пока мэр Днепропетровска Филатов 4 года ремонтировал новый мост, который при советской власти построили за 2 года при тех технологиях, ну, Путин за 3 года построил Крымский мост. И это, естественно, это еще больше отдаляет Крым. Ну, экономическая роль, сельское хозяйство, по той информации, которую у меня, особо никто не заморачивается. В основном военка и Южный берег. Курорт. Так, да, как здравница для бюджетников и малоимущих. Дякую. И тема до інших тем. Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор кілька разів заявляв президенту Володимиру Зеленському про зростання впливу олігарха Ігоря Коломойського на український уряд. Про це повідомляє видання РБК «Україна» з посиланням на стенограму свідчень Тейлора у справі про імпічмент президента США. Американському дипломату ставили питання про вплив олігархів на українську владу. Він назвав це великою проблемою, особливо для сьогоднішньої нової адміністрації. Вільям Тейлор говорив Зеленському, що українці обрали його, а замість цього Коломойський збільшує свій вплив в уряді. І в кінцевому підсумку це може призвести до падіння президента Зеленського. Пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки можна довіряти цим словам, сказаним під присягою дипломатами США? Ну, не только под присягой, давно говорилось, ну, награждали этого одного из наших олигархов-долгожителей, коим является Игорь Валерьевич Коломойский, эпитетом «криминальный олигарх». Ну, надо постараться, надо это заслужить, такое определение, потому что американские юристы, тем более такие, как Джулиани, так, ну, такими эпитетами не разбрасываются. И явно американцев это тяготит. Но, с другой стороны, ну, глядя объективно на вещи, сегодня олигархический кооператив при всей его убогости, алчности, дурных привычках – это последний форпост суверенитета страны, ну, в противном случае, ну, получим правительство типа персонажей типа Супрун или Джареско, которая теперь благополучно, по-моему, угробила финансовую систему Пуэрто-Рико. Вот. Поэтому борьба между украинским крупным капиталом и транснациональным капиталом, ну, отражается вот такого рода заявления. Безусловно, ну, я думаю, со временем еще
о роли Игоря Валерьевича в событиях 2014 года мы узнаем много нового. Но сегодня он действительно, если говорить так, особенно на уровне регионов, его влияние на кадровые назначения очень заметно. Вот в Киеве забывают еще о Пинчуке, который, ну, масса тех людей, которые он протежировал, сегодня пришли... В него есть партия «Голос». Да, да, да. Об этом как-то забывают, но Виктор Михайлович просто человек Божий. Ну, гражданин мира. Хотя к нему тоже масса вопросов, ну, как одному из отцов-содержателей нашего украинского свободного радио «Тысячи телевидения, тысячи холмов». Так оно, по-моему, полностью называлось. Ну, это про его медиагруппу. Да, такие же. Ну, очень специфическое, ну, особенно глядя на контент его телеканалов, ну, это ж тоже требует и политической оценки, может быть, и... А с вашей точки зору, с украинского боку протистоят международным элитам, кто еще, окрім Коломойского, с вашей точки зору, кто из украинских олигархов є оппонентами? Ну, тут же Ринат Ахметов, который прекрасно понимает, что транснациональный капитал сделает его заметно беднее. То есть он может выбросить из олигархичества. Тот же Фирташ, который, по-моему, уже и олигархом не является, по-хорошему, там неизвестна судьба телеканала «Интер». Там, судя по всему, такие отожмут. Поэтому олигархи прекрасно понимают, что 5-7 лет – это тот период, когда будет сделано все, чтобы их деклассировать. Ну, таковы украинские реалии. Дякую, пане Олеже. А як ви можете прокоментувати заяву американського дипломата? Ну, господин Тайвер волен, конечно, под присягой говорить свое мнение. И вот, наверное, вот такие эпизоды, как в американской системе, да, власти, в Украине это нереально. То есть я слабо представляю, чтобы там некие лица перед Временной следственной комиссией парламента сознательно переживали, нервничали, как это Иванович, Волкер делали. Да? Кстати, очень много интересных расшифровок, их довольно-таки интересно, стоит проанализировать. Но я не об этом. Я о том, чтобы Зеленский, когда стал президентом, ну, человек умный, сознательно понимал, что удержание во власти ему может быть гарантировано, если он будет опираться на промышленно-финансовые группы. Сформировался некий триумвират. Вы вспомните историю Римской империи, когда Цезарь пришел к власти первый раз, он опирался на триумвират Краса и Помпея, двух главных римских граждан. Крас – богач крутой, который помогал деньгами Цезарю. Ну и Помпей – это армия, это элита Рима, патрициат Рима, который, ну, был тоже столпом. Вот Пинчук, очень правильно сказал Андрей Владимирович, Пинчук и Коломойский вот эти сформировали вместе с Зеленским фактически на первых порах триумвират власти, который и, собственно, зашел в Верховную Раду. Зачем был нужен Пинчук? И, кстати, я считаю, что это самый пока главный и успешный аппаратный политический козырь Зеленского. Ему удалось уравновесить влияние Коломойского Пинчуком. Он завел Кучму в трехстороннюю группу. Он Пинчуку частично дал возможность завести своих людей не только от партии «Слуга народа», но и, кстати, мажоритарщиков. Ну, в Кабмин тоже. Но потом в рамках этого триумвирата стало тесно. И появился Валерий Хорошковский. И сейчас он, Хорошковский, на полном серьезе может зайти во властную верхушку. И очень-очень-очень опять согласен. Судьба никаких телеканалов может резко быть пересмотрена и изменится вообще архитектура власти. Это, кстати, не нравится Коломойскому. Им, понятное дело, не нравится усиление неких альтернативных центров, которые там влияют на офис президента, на фракцию. Бедная фракция, она разрывается, и Ренат Леонидович тоже не сидит на месте, потому что судебную реформу голосовали голосами «Слуги народа» и голосами некоторых депутатов Ахметова и мажоритарщиков. «Слуги народа» не дали полностью весь комплект голосов за судебную реформу. Обратите внимание. Там много таких голосований. Вот если анализировать очень внимательно табло парламентское, да, как оно высвечивается, сколько дают та или иная фракция, это ж
парламентская математика, она же, собственно, и есть результат этих всех негласных договоренностей, которые возникают в результате партийной организации, парламентской организации, голосования. Тобто ви вважаєте, що олігархи, певні олігархи, олігархічні групи можуть саботувати рішення Зеленського і дуже сильно впливати на процеси в Україні? Смотрите, до сих пор я пока вижу, что Зеленский волен сам принимать решения без сильного влияния олигархов. Но есть какие-то критические вопросы: руда, уголь, электроэнергия, схемы ранние, где он соприкасается с интересами олигарха и подключается машина влияния на фракцию «Слуги народа» и на, естественно, президента. Но говорить, что Зеленский – это марионетка олигархов, нет, ребята, это неправда. Зеленский довольно-таки интересный психотип у него. Он игрок, он хочет быть азартным таким альфа-самцом украинской политики, да, и он никогда не рискнет. Для него это вот ему будет как-то претить, если кто-то напишет и скажет, что, ребята, ну, он всего лишь марионетка, кукла олигархов. Но это не так. Даже с коллегами, которые вроде бы продвинуты и в теме, что называется, ну, я устал им объяснять, ну, они тоже повелись на вот этот штамп: Зеленский марионетка Коломойского, Зеленский технологический проект Коломойского. Я говорю: извините, но вы не знаете Зеленского, элементарно не знаете, и он способен будет удивить. Ну, это говорил в декабре прошлого года. Так и произошло, и я уверен, что рано или поздно, ну, учитывая то, что, ну, Владимир Александрович, поскольку он был продюсером, режиссером, а там же не бывает людей мягкотелых и демократичных. Ну, сделайте там серьезное телешоу или фильм, ну, там, уговаривая, там должна быть железная рука. Я думаю, Коломойский еще с этим столкнется. А з вашої точки зору, от ми ж всі розуміємо, що міжнародні фінансові еліти набагато сильніші економічно та, ну, можна сказати, фізично, що за українські фінансові групи, фінансові еліти і промислові еліти. Скільки років протримуються ще хоч якось ці еліти? 5-7 лет. Тобто, щоб вони не робили, 5-7 років, і у нас не буде українських еліт. Ну, или они превратятся в крупных бизнесменов, или уедут куда-нибудь в теплые страны, тут, ну, на берега Средиземноморья, то есть там в восточной или в западной части, там, на Лазурный берег. Ну, их, тобто их через 5-7 років суб'єктність України буде сильно втрачена, да, з вашої точки зору. А по-другому, ну, извините, для того, щоб була суб'єктність, має бути працююча економіка. Нормально работающая экономика. Но у нас, по-моему, если посмотреть на то, что... Ну, такие ключевые показатели. Это внешний торговый баланс. Ну, мы покупаем больше, чем продаем. Это значит, у нас не будет сильной гривны. Давайте посмотрим количество нетрудоспособных. Скоро мы будем страной пенсионеров и чиновников. То есть сегодня найти... Полицейских. Да, и полицейских еще в придачу. Сегодня найти квалифицированного сварщика становится непосильной задачей, особенно в западных областях. В Днепре, вот меня шокировали цифры, там бетонщиков вынуждены платить 50 тысяч гривен в месяц, потому что квалифицированные специалисты уехали в Россию, в Польшу. Ну, там они зарабатывают сопоставимые деньги, ну, чтобы создать конкурентоспособную зарплату. Но и этот процесс не избавляет обороты. Даже вот с приходом Зеленского, да, были несколько месяцев таких позитивных ожиданий, сейчас как-то снова, ну, люди жалуются на отток кадров. Какие у нас тогда перспективы? 20 миллионов населения, но обслуживать аграрную супердержаву. Вот. Дякую. Я дякую нашим гостям за цікаву розмову. Цієї години зі мною у студії були політехнолог Олег Пастернак та Андрій Золотарьов. Це програма «Прайм-аналітика». Продовжимо за кілька хвилин.